Там проверь. Чисто! Постой. Стой, читер! Олспарка здесь больше нет. Тут никого нет. Если их нет, куда они делись? Трансформеры. Кибервселенная. Сети Старскрима. Старскрим всегда был коварным. Расширим зону поисков, обыщем все известные базы десептиконов. Я знаю, вы просили меня больше не вмешиваться, но... Я получаю срочный сигнал бедствия с... Представьте себе, Немезиды. Прайм! Немезида пала! А? Ой-ой, звучит чрезвычайно мрачно. Похоже, десептиконы получили по заслугам. Старскрим позаботился о Мегатроне за нас. Но он просит о помощи? Кажется, да. Тогда мы ее окажем. Кажется, Немезида выглядит еще более жутко. Да уж, это совсем не жутко. Совсем не жутко. Ты не помогаешь, Хот-Рот. Вперед! Из него выкачали почти весь энергон. Но его искра цела. Читер, ты ощущаешь Олспарк? Да, он близко. Как и Старскрим. О! Локдаун? Клобер? Кто-то выкачал из них почти весь энергон. Они не шевелятся. Что бы это ни было, они яростно сражались с врагом. Но с каким врагом? Что это было? Смотрите. Шок-вейв. Би, берегись! Стой! Ничего. Шэдоу Страйкер в таком же состоянии. Сейчас мы приближаемся к Олдспарку. Тогда нужно идти дальше. Олдспарк уже совсем близко. Бойцы Старскрима сумели победить всех на борту. Даже Саундвейва. А? Стойте! Вы видели? Что? Вот это! Автоботы в бой! Какие мерзкие штуки! Это... Гротескные порождения Олдспарка! Оптимус, мы долго не продержимся! Оптимус!
Моя рука, она не действует. Они отступают. Что происходит? Прайм! Немезида Пол! Мегатрон! К тебе пришли гости! Вы немного опоздали. Неплохо. Теперь я далеко не так силен, как тогда, когда был един с Олдспарком. Не переживай. Положись на нас, Читс. Нет! Убирайтесь! Бамблби! Иди! Помоги! Оптиму! Оптимус Прайм, я сделал то, что не удалось тебе. Я победил Мегатрона. И в самом деле, с какой целью? Цель? Моя цель — всеобщий конец. Не волнуйтесь, я освобожу ваши искры вместе с другими. И может быть, если вам повезет, вы вернетесь в качестве моих детей. Каких детей? Что такое? Что? Я не тебе, а Альфа-Триону. Это не Альфа-Трион. Ты злоупотребил мощью Олдспарка. Альфа-Трион говорит, что ты очень разочаровал его, Оптимус. Он хочет вернуть матрицу лидерства. Сейчас! Этому никогда не бывать, Старскрим. Виндблайт, нет! Отлично. Ты должна видеть то, что будет дальше. Дети, извлеките матрицу. Нет! Вот, это она, матрица лидерства. Кому же владеть всей силой матрицы, как не мне, побывавшему внутри Олдспарка? Стой! Что? Я читер, хранитель Олдспарка, а ты лжешь. Убейте его! Ты никогда не был в Олдспарке. Существа, которых ты создал, лишены искры. Это безмозглые, ненасытные чудовища! Олдспарк здесь! Он наполняет меня силой! Ты должен отдать его мне! Никогда! Ты забыл, что у меня тоже есть сила, которую мне дал Олдспарк! Ты не понимаешь, с кем и с чем ты сражаешься. Это Олдспарк! Нет! Хранитель Олдспарка, мы с тобой еще встретимся. Ты нас спас. Молодец, Читс.
это еще не конец. На этот раз я позволю вам уйти с миром. Не уверен.